Монета 20 копеек, 1915 года выпуска. Петроградский монетный двор. Период правления императора Николая II. На реверсе монеты под большой имперской короной прописан номинал. Между двумя шестиконечными звездочками число 20. Под ним обозначено название денежной единицы. Одной горизонтальной строкой надпись «Копеек». Ниже под горизонтальным разделителем в виде двух разнонаправленных стилизованных линий с крестом из точек посередине указан год чеканки монеты, дата 1915. Слева полукругом лавровая ветвь, справа также полукругом ветвь дубовая. Внизу ветви связаны бантом в единый венок. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов. На 20-копеечных монетах образца 1859 года под датой чеканки должны быть отчеканены мелкие буквы S.P.B. дословно Санкт-Петербург, знак Санкт-Петербургского монетного двора. На данной монете такого знака нет. Это связано со вступлением России в 1914 году в Первую мировую войну и небывалым патриотическим подъемом, в результате чего было произведено переименование всего связанного с Германией на русский лад. Пришедшее из немецкого языка название столицы Санкт-Петербург было заменено на Петроград. Поэтому буквы S.P.B. были убраны со всех монет. Из-за войны и последующей Великой Октябрьской социалистической революции новый знак монетного двора так и не был внедрен. На аверсе расположен малый государственный герб Российской империи образца 1856 года. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны соединены орденской лентой ордена святого апостола Андрея Первозванного и символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское, а также данное Богом единство царственного священства в лице народа, власти и религии. На груди орла расположен московский герб. Щит с изображением святого Георгия Победоносца верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. Вокруг щита с московским гербом орденская цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых и распущенных крыльях орла расположены гербы царств – Казанского, Польского, Херсонеса Таврического, объединенные в один герб гербы великих княжеств Киевского, Владимирского и Новгородского, царств Астраханского, Сибирского, Грузинского и Великого княжества Финляндского. В правой лапе орла скипетр, в левой – держава, символы государственной власти императора. Под правой лапой орла отчеканена буква «В». Под левой лапой буква «С» – инициалы минцмейстера монетного двора Виктора Смирнова. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов. Гурт монеты рубчатый. Так называемая белонная монета изготовлена из серебра 500-й пробы. Вес монеты 3,6 грамма, диаметр 22 миллиметра,
Толщина приблизительно 1,15 мм. Чеканили монету на Петроградском монетном дворе тиражом 105 миллионов 500 тысяч штук. Средняя цена монеты 180 рублей. Конкретно эта монета была куплена за 650 рублей.